Итак, наконец, седьмой урок. Опять крамп в ваших головах. Рассмотрим немало важных и интересных элементов. Будьте в крампе, будьте в теме. Yep. Итак, седьмой урок, и с вами базовый элемент под названием сброс. Сброса существует три вида. Делается он головой, корпусом и глубоким корпусом. Сейчас я вам это продемонстрирую. Сначала голова. Медленно. Голова делает круг и приходит в исходное положение. Корпус. Медленно. Как делается этот сброс? В правую сторону задаем инерцию через папа. И также корпусом описываем окружность. Еще один сброс, опять же, делается корпусом, но гораздо глубже. Еще раз. Делаем медленно. При этом элементе также задается инерция через chest-pump, и как можно глубже опускайте корпус, опять же, описывая окружность. Теперь попробуем внедрить эти элементы в какую-либо связку, но перед началом. Перед этим мы сделаем нагрузку. Это был седьмой урок от Мага. Надеюсь, вы многое что запомнили. Специально для First Dance Channel.